Ровно 55 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Первооткрывателем был наш космонавт Юрий Гагарин. В честь празднования во всех городах России прошел флешмоб «Подними голову». Подвиг российского космонавта почтили амичи самых разных возрастов. Со словами «Поехали!» в небо отправили тысячи шаров, выразив тем самым гордость за нашу страну. Ключ на старт! Я очень сильно горжусь тем, что наша страна первая запустила в космос человека, и для меня это очень важно. Я считаю, что это правильно проводить такие акции, чтобы люди знали и помнили о этом. Это, можно сказать, подвиг, что человек не побоялся, полетел и открыл много нового для нас. Выразить свою любовь к космосу мог каждый. Одним нажатием на красную кнопку на ракете инсталляции «Гагаринский старт». После организаторы подсчитают количество нажатий и выяснят, в каком регионе страны больше всего любят космос.